Всем доброе утро. Я сейчас нахожусь на кухне, грею себе чайник, вот там он шумит. Выпью кофе и побегу на море. Окунуться, попрощаться до следующего года. Уже через 4,5 часа у меня поезд. Так что все сегодня будет делать в ускоренном режиме. Сумки собраны, все готово. Осталось только сбегать по морю. Кофеечек у меня со вчерашней пиццей. Такая вот, очень вкусная. Сейчас опять начну ныть, что мне неохота уезжать. Взяла зонтик, думала, что облака, вот там сзади как бы облака с северной стороны, у меня из окна было видно, а оказывается небо чистое. Ну ладно, мне всего часочек на пляже побыть, можно и без зонтика. Вот эта улочка самая тихая. Здесь прям всегда тишина такая. И тенечек. Тишина и покой. Ой, Дима прошел только что. Какое-нибудь местечко прилечь, присесть, привстать и скупнуться. Времени у меня немного. Решила сесть прямо вот так, прямо на бережочке. Солнышко не такое яркое еще. Я сгореть не успею, а море супер прозрачное. Алин! Заходим в воду. Без подушки я решила. Начала ее надувать, потом думала, потом ее сушить некогда будет. Решила без подушки. Просто нужно подышаться. И 5 минут отправления. Поедем с вами в сторону Сочи, до самого высокого сибирского моста, где у нас подписывается купание и встреча с этим людьми. Два свободных. Я надеюсь, видно хорошо, потому что пока боксы. Вода замечательная. Немножечко поплаваем под водой, недалеко, берег только.
прилетает по одному. Дед прилетает с 10 лет, взрослые до 80 килограмм. Как высоко! Обалдеть! Как он высоко летит! Ой, господи, я такого еще не видела! Это шикарно! Вот это повезло, так повезло! Вообще, офигенно! Году я не стала летать на птеродактиле. Хотелось бы, конечно, но ладно, ничего страшного. В следующем году полетаю. Может быть, не каждый раз исполняется. Ой, они опять очень высоко летают сейчас. Давайте летим. Супер просто. Где они? Супер. До 80 килограмм, поэтому, наверное, может, там легкий человек сидит, поэтому так высоко подняли. В принципе, меня тоже высоко поднимали, но не так сильно. Мне, наверное, вот так вот, как сейчас, вот так меня поднимали. Шикарно вообще. Это вот самый классный аттракцион на воде. Самый классный. Всем рекомендую, кто не боится высоты, скорости, вы будете в жилете, держаться там есть за что, но там не дергает так, чтобы вас выкинуло с этого птеродактиля. Вот, смотрите, это же так здорово. Это же восторг, это просто восторг. Видите, он аккуратно его... на воду приводил, посадил. И... все хорошо. Прям я прям от души всем рекомендую испытать это чувство. Надеюсь, этот год пролетит быстро. Хотя зима у нас долгая, трудная. 2 месяца вот пролетели как один день. Еще разочек захожу. Все. Нужно идти уже. Вода теплая. Я сказала, встань. Еще раз я крикну, мы выйдем оба. Я сказала, встань и слушай, что я говорю. Ну на кого там кричат, а на себя. Что ты такая не послушная? Лови. По собачьи плыви тогда, чтобы ты вспоминала тех. Лови по собачьи. Давай. Вот сюда. Напомню, что у нас есть часовая морская прогулочка с поворотом с начала на скоростной катере. Набирается новая команда, пройдем в 10:30. Все. Надо бежать. Дима идет, надо с ним тоже попрощаться.
Всем подписчикам от кормильца большой привет. Смотрим канал Юлии Че. Приезжаем на море, отдыхаем, здесь класс. Я прощаюсь. Все, море, пока. До следующего года. Так, сумки собраны, вытащены. Такси подъезжает. Не стала ее ничем, ни с деком, ни маркетом отправлять, Яндекс.Маркетом. Вот эту сумку хотела отправить. Яндекс.Маркете маленькие коробки, у меня не войдет. А с деком очень дорого. Тут, короче, у меня еда. Тут пицца осталась. Поезд сяду, сразу доем. Там в основном, конечно, вода замороженная, а так еды не очень много. Ну все, такси подъезжает. Спасибо этому дому. Мне было здесь комфортно, хорошо. Все, что нужно для отдыха. Все дотащилось нормально. Жду. У меня еще целый час до поезда. Целый час до поезда. Буду сидеть. Вот такое местечко нашла. Сижу. Тенечко. Пассажирский поезд номер 353 Пермь и Нелетинский курорт, вокзал Олимпийский парк, будет прибывать на третий путь. Нумерация вагонов. Пермский поезд едет. Везет пассажиров на море. Обратно он поедет ночью. 10 вечера здесь будет. У него, к сожалению, билетов не было. Я бы лучше, конечно, им уехала. Чем бы так вот с утра бегать, носиться до моря и обратно. А так целый день был бы свободен. Но не было билетов, к сожалению. Вот это пермский поезд. Привез счастливых отдыхающих на море в Лазаревск. Даже кусочек моря видно, оказывается. Мой поезд объявили, я уже на втором пути. На второй путь будет приезжать. Примерно посерединке встала, надеюсь, бежать никуда не придется. В общем, у меня 9-й вагон, примерно середка. Народу полно, уезжают. Распределились по платформе, каждый к своему примерно вагону. Ой, так мне нравится этот дом. С него все видно. И горы, и море. Там даже Сочи, наверное, видно. Шучу. Партизанская 15. Она уже едет. На 5 минут раньше. Очень хорошо. Пассажирский поезд
2, Адлер, Ульяновск, Ижевск. Прибывает на второй путь. Пассажирский поезд номер 452, Адлер, Ульяновск, Ижевск. Прибывает на второй путь. Если что, успею добежать до вагона своего. А вот мой вагон. 9-й. Если бежать, то совсем чуть-чуть в обратную сторону. Да, да. 9-й. Ну, все. Все. Аля, улю. Улю, улю. Они помахали, да? Кто-то махал там. Я Ксюшу видела. За катером. Thank you.
первая длинная станция, 35 минут, Белореченская. Белореченск. Все пошли в ларёчки. Это тоже, посмотрю, что там есть. У нас вагон весь с открытыми окнами. И следующий тоже такой же, весь с открытыми окнами. Ну что, без кондиционеров. Здесь ларёчки есть и около путей. И вот здесь магазинчик есть. Вот это тоже, кстати, магазин, только вот с другой стороны заходите. Там огромная очередь собралась, пока я дошла. В общем, не стала я стоять. Но я в предыдущем магазинчике, вот здесь, купила себе вафли за 150 рублей. Здесь тоже есть надземный переход через пути. Поднимемся. Это как в горячем ключе. Но мы через горячий ключ не проезжаем. Поэтому поднимемся здесь. Это наш поезд. Тучки, облака, поэтому не так жарко сейчас. А с моря выезжали, прям невозможно было. Белореченск. Мы приехали в Армавир. Выходить не буду, 10 минут всего. Неохота уже идти спускаться, потом подниматься. Там уже закат. Небо, кстати, все в тучках, в облаках. Не так жарко было ехать уже. Отрада Кубанская. Приехали на 15 минут раньше. Будем стоять. Должны были 2 минуты стоять, а будем стоять 17 минут. Классно. Ролик буду заканчивать сегодняшний. Спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Если что, ищите меня на Дзен. Всем пока.